Так. What the fuck? Набираем 80 лайков, и выйдет новый обзор сервера. Йоу, добро пожаловать на канал The Easy Craft, с вами я, Игрокодор. Сегодня бы я хотел вам показать крутой, классный сервер для Minecraft Pocket Edition, версия 1.05.1.06. Ну, этот сервер, он новый, классный, и предназначен он для выживания. Чисто для выживания, комфортного выживания. Хорошо, нажимайте «Играть». Нажимайте «Друзья», нажимайте на эту кнопочку, пишите адрес. ru.24serf.pro. Порт меняйте на 123.02. Имя пишите любое, к примеру, топ. Сохранить. У меня уже добавлен, так что я захожу отсюда. Сейчас я покажу все фишки и все возможности данного сервера. Но сразу скажу то, что он предназначен чисто для комфортного выживания. Вы можете тут найти друзей, повыживать. Так, вы зашли к нам в первый раз. Придумайте себе пароль и отправьте его в чат. Хорошо, давайте напишем любой пароль. Так, написали. Точнее, я написал, но не знаю. Без изменений, может, сейчас примет. Еще раз давайте напишем. Так, ну все, зарегался, да? Ну, мне не написали, не знаю почему, ну ладно. Я зарегался, окей. Тут есть кофе. Кофе пока что не работает, хорошо. Ну, этот серф новый, ребят, новый. Зайдите, порадуйте разработчиков данного сервера, чтобы было онлайн большой. Смотрите, ограбление банка. Прибыль 8 тысяч долларов, 12 тысяч, окей. Шанс 10, 30, ну это понятно, да, окей. Тут можно взять квест. Ну, квесты тоже можете выполнять, потому что это очень круто. Вам дается дополнительные возможности, когда вы делаете, выполняете квесты. Так, вы взяли квест. Что нужно сделать? Дополнение нужно принести 27 блоков. Хорошо. Хорошо. Так, 27 блоков. Ну, так, тут люди зашли. Ого себе. Окей. Так, двигаемся дальше. Тут пока что закрыто. Угу. Вообще, что у нас есть? У нас кит-старт есть, интересно? Так, неправильно написал. Кит старт. Мне кажется, не будет выдаваться. Ну, что-то непонятно. Давайте просто кит напишем. Тоже не выдается. Окей. Двигаемся дальше. Что у нас еще есть? Тут автошахта. А как я... тут лестница есть. Хорошо, вот. Смотрите, автошахта. Ну, она очень прикольная. Смотрите, как-то, ну, не оригинально сделана. На самом деле. Хорошо. Двигаемся дальше. Что у нас есть? Такая лампа прикольная. Хм. Окей. Так, тут сундучок. Так, что у нас там еще есть? А, мы можем сверху посмотреть, как он выглядит, и данный серф. Ну, он вроде крутой. Вроде классный. Так, в смысле? А, кит! Мне выдали кит, лол. Я написал его, и мне через 10 лет только выдали кит. Лол, окей. Ну, вау, ну смотрите, какой кит. Ух ты ж. Вот это кит нормальный. Нормальный. Богатый кит, слушай. Да, нормальный кит. Ну, мне уже это нравится, окей. Так. What the fuck? Что это? Лол. Вот это шок. Я как-то взломал серф. Что? Окей, ладно, не будем обращать внимания. Может, и разрабы пофиксят это, но окей. Я взломал серф, лол. Это, можно сказать, у меня уже опка, ребят. У меня уже опка, я могу на заприваченных местах ставить блоки, короче говоря. Так. Вот все. Офигеть просто, жесть. Нет, все нормально. Лол, интересно. Что за бред был? Окей. Ну, вот такой вот серф, ребят. Обязательно зайдите. Чисто для выживания, ребят. Постройте дом. Ну, найдете себе друзей обязательно на этом сервере. Так что заходите. Будет очень круто. А можете построить дом, не знаю, где-нибудь на любом месте. Например, вот сзади данного спауна. Вот на любом месте. Зато смотрите, какой кит-старт вам дали. Вообще богатый кит. Можете строить и так далее. Вот так вот. Давайте что-нибудь построим такое вот непонятное. Так, вот так. Ага. И вот так.
Вот так вот, короче. Вы можете данную плитку можете найти. Это мое строение, так что вы можете сзади спауна подойти, посмотреть. Просто забрать крепящи халявные и все. Ну, вот такой вот серф, ребят. Вот такой вот серф. Тут два человека играют. Что они тут делают? Так, покинул игру, хорошо. Ну, все, ребят, такой вот серф. Заходите обязательно, играйте. Находите себе друзей. И будет очень круто. Также порадуйте разработчика данного сервера. Ну, тут еще немножко есть недоработки некоторые, но разработчики, они как бы, ну, исправят это все, и будет очень круто. Ну все, с вами был я, Игрокодор. Давайте наберем очень-очень много лайков. И пишите топовый коммент, чтобы было очень круто. Ваш топовый коммент попадет на мой видеоролик. Ну все, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи. Всем пока.